Хейшки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в игру под названием Dark Riddle. В данный момент как раз-таки мы находимся возле дома соседа, который его поменял полностью в каком-то пляжном виде. Все сделал в каком-то пляжном стиле, но это не самое главное. Главное то, что у него, у нашего соседа, теперь новый скин, новый образ, новая одежда. Теперь он выглядит по-другому. Полицейский, кстати, вообще никак не изменяется. Было бы прикольно, если бы скин на полицейского еще можно было поменять. Но здесь, как видите, можно поменять скин только на соседуса нашего. Соседус, ты где? Он здесь. Ты меня не слышишь, что ли? Он здесь. А что ты? Нападать не будешь, что ли? Да ты нападаешь, или? Смотри, черная борода. У него пистолет вон в кобуре находится, или где это? Ай-яй-яй-яй. Не стреляй. Тихо. Нифига себе, он пистолет достает из этого и стреляет. Прикольно. В общем, все это с вами посмотрим. Пошел. А меня не видишь, что ли? Идет такой по этой зоне. Я для него здесь, видимо, невидимка. Прикольно. Очень прикольно. Вот этот скин выглядит. У него сабля вон сзади на поясе. Все как надо. Все на месте, как говорится. Посмотрим, на что он способен. Нам в любом случае нужно пройти эту игру. Здесь еще вторая глава нами не пройдена полностью. Мы обязательно с вами сейчас это все пройдем. Может быть, найдем еще какие-то пасхалки, потому что в прошлой серии мы находили с вами новое помещение с новым оружием, которое я до этого не видел. Погнали. У тебя есть целых 3 секунды, чтобы поставить лайк. Раз, два, три. И если ты успел, пиши в комментариях целых 4 слова, связанных с этим видео, чтобы получить от меня заветный лайк под коммент. Погнали, ребята, к нему в дом сразу. Я не знаю, нам нужно найти сейчас щипцы, те самые, которые мы в прошлый раз выкинули. Мы выкинули их не просто так, разумеется. Взрывы. Раз. Стрельба пошла. Только без звуков почему-то. Очень странно. Ах ты засранец такой. Сразу застал меня зарасплох, потому что видел то, что я на него не смотрю. Блин, видишь, замка нету. Все, закрыли. Как ты успел? Офигеть, он успел пробежать. Закрыли дверь перед ним прям. Он успел перепрыгнуть. Где-то мы кинули в него этот, получается, кусачки. А где кусачки, я не помню. Ой-ой-ой, поймал опять. А ты кошку будешь трогать? Будешь гладить кошку, нет? Он вообще знал, что у него кошка здесь живет? Вопрос такой. Не, он до меня докопается, ребят. Он до меня докопается просто. 24 на 7. Будет до меня докапываться. Ладно, пускай ловит. Мы будем кормить его яблоками. Яблок, в принципе, сейчас более чем достаточно. Я специально для вас все подготовил. Количество этих яблок. Хорошо. Пробрались. Странно, что вот, да, в некоторых местах мы можем собой, своим телом разбивать, получается, окна. Ой, зашел, залетел. А в некоторых местах почему-то пробить этим не можем ничего. Я помню, где были кусачки. Они были вот здесь, вот наверху. Ой. Вот сюда забираемся. Забираемся еще выше. Здесь спокойно пробиваем своим телом. Вот здесь были кусачки, они реально здесь остались, кстати. Оп, это мое. Ну что там? О, я шляпу твою вижу, дай-ка укусить кусачками. Блин, прикольно бы было, если бы можно было с ним интерактировать как-то. Там, не знаю, снять с него шляпу, снять башмаки, там, не знаю. Налить клей где-нибудь на входе, и ему там, не знаю, башмак бы оставил свой. Знаешь, просто идет, взял этот клей, наступил, после того, как наступил, уже ботинок остался там, и он без ботинка ходит. Было бы прикольно. Так, ну что мы делаем тогда? Мы возвращаемся обратно. Уи! Справедливо! Я как и говорил, ребят, через стену он все-таки может поймать. Блин, мне что-то мешает здесь лететь спокойно. Так, все, забрались. И запрыгиваем сюда. Он, кстати, не знает, где мы. Он нас потерял. В любом случае, сейчас мы должны отправиться обратно на этот этаж. На второй, на подвальный. И, разумеется, там уже проверить, что у нас есть. На второй уровень. Это подвал у нас. Так, нам нужны кусачки для того, чтобы что-то прокусить. Вопрос... Что? Потому что я лично не помню уже, что нужно кусать. Так. А мне обратно. Мне же обратно, я вспомню, что нужно кусать там. Да ё-моё! Будет открываться сегодня дверь. А наполовину открывается, наполовину нет. Нам нужно пройти сюда для того, чтобы, разумеется, выключить электричество. Так. Здесь у нас уже все готово. Оп! Электрополе отключено навсегда. Это ли не прекрасная новость? Так. Вентиль взяли. Инвентарь заполнен, представляешь? Это хорошо? Конечно же нет. Это все плохо. Все, очистили инвентарь, теперь берем вот эту вот штуку. Эта штука для того, чтобы... Это специальный секретный инопланетный ключ, который нам нужен для того, чтобы, разумеется, попасть на следующий уровень. Чтобы открыть портал, который приведет нас на Марс. Казалось бы, зачем?
Зачем нам на Марс? Но там какую-то девочку нам нужно спасать. Вопрос только, кто это такая, что это за девочка, и почему мы ее спасаем, и почему вообще, как она там оказалась, непонятно. Так, ну что, давай, активируй. Активируем. Посмотри, как сияет. Господи ты, боже мой. Какое сияние красивое. Но нам это не нужно. Сейчас нам нужно вот эту вот штуку вот сюда вот запихать. Лягушка нас будет смотреть, квакушка, смотреть, как мы спускаем ей воду. Не знаю, она рада этому, либо наоборот, будет не себя от того, что мы сделали это. В любом случае, у нас будет сейчас красная карта, у нас будет возможность пройти через этот проход. И вот кто-то вошел в подвал. Только сейчас, ты представляешь? Уже час прошел, он только вошел. Хорошо, а мы уже здесь все уже сделали. Ты опоздал, соседус. Красная карточка забирается. Вентиль, да, оставляю здесь, но мне, в принципе, больше нигде вроде бы не нужен будет. Ни на каких других уровнях. Вот портал, портал офигенно выглядит. Давайте в него попробуем запрыгнуть. Да, ничего не происходит, если он реально не активирован. Так, вопрос теперь, что делать дальше? Мы сейчас откроем здесь проход. Будет ли здесь стоять этот говнюк бородатый? Вопрос такой. Потому что мне кажется, он прям сюда идет, он прям чувствует, чует то, что мы где-то здесь. Подожди, а где он? Соседус, ты где? Во, смотри, нифига себе! Эй, ты что там стоишь? Поймать меня хочешь? Ну, в принципе, дадим ему поймать нас, на самом деле, нам по барабану. Мы можем от него откупиться. Он любит яблоки. А, ты яблочный человек? Человек-яблоко. А что мне? Ага, вот так ты решил, да, братишка? Просто встать и не дать мне пройти. Это вообще замечательно, дружище, это замечательная тема. Обожаю, когда ты так делаешь. Сейчас прям вот сюда встану. А мне не получается. Эй! Чё происходит? Ну, конечно. Ты посмотри, что происходит, а. Ты посмотри, что происходит. Еще какой-то робот прилетел. Я застрял. И что мне теперь делать? Возвращаемся в меню. Нажимаем играть заново. Ну это, конечно, бред. Он взял меня, поймал несколько раз в одном и том же месте. Мало того, что меня поймал, не давал пройти, так еще после того, как я поймал 10-й раз подряд, он мне уже не дал пройти, благодаря тому, что я просто забаговался. Хорошо, есть ли у меня карта сейчас? Она у меня должна быть. Неужели? Неужели? Он меня украл карту, прикиньте. Какой беспардонный просто человек. Ну, карта есть, хорошо. А где эта штука? Он ее у меня украл. Ах ты какой. Никакого этого. Уважения. А где она находит, кстати? Ой. Нет интернета. Короче, здесь иногда, ребят, игра вылетает. Я не знаю, почему нет интернета. У меня интернет вроде бы никуда не отключался, но почему-то игра считает, что у меня его нету. Так, хорошо. А где мы эту штуку-то взяли? Она была там. Вопрос, заряжена ли она сейчас? Она была здесь у нас, да? Да, вот она здесь находится. А знаете, как узнать, заряжена она или нет? Посмотреть на нее, взяв ее в руки. Нет, она не заряжена. А нужно ли заряжать еще раз? Прикинь, второй раз подряд. Учитывая, что тогда забаговалось все. Ну окей, ничего, бородач. Ничего, все будет хорошо. Кстати, ребят, я нашел еще много новых скинов, которые есть в этой игре, которые мы с вами еще не смотрели, не показывали. В общем, да. Можно будет их посмотреть, если вы хотите. Обязательно пишите об этом в комментариях. Ставьте лайки обязательно, если вы до сих пор не поставили. И мы все это, разумеется, поглядим, поизучаем, посмотрим. И сделаем выводы, какие же все-таки там скины самые крутые. Там есть крутые скины, реально крутые. Которые мы с вами до этого не использовали, которые мы с вами до этого не видели. И обязательно с вами посмотрим на них. Все, светится прям невероятным сиянием. Вот видишь, опять интернета говорит нет. Что ты будешь делать, а? Игра ты. Такая. Нет интернета. Спасибо большое, игра, спасибо. Конечно, нету, конечно. Так, вот написано, что нужно было сделать. Здесь, видишь, даже инструкция была. Мы, кстати, ее раньше не замечали. Ну, я не замечал, не знаю, как вы, может быть, вы это все давно знаете. Нажали первую штуку активировали. Это как раз-таки вот этот ключ инопланетный. Теперь используем красную карту, который, видимо, содержит информацию о том, как запускать этот портал. И, разумеется, нажимаем на кнопку для того, чтобы этот портал полностью запустился. И погляди на эту красоту. Кто-то зашел в подвал в тот момент, когда, видишь, я уже активировал портал. Ну, ничего страшного. Полетели! И, разумеется, мы оказываемся на планете какой-то инопланетной, на которой находится не только наш сосед, не только какие-то роботы инопланеты, но еще в заточении находится та самая девочка.
понятия не имею, кто это такая, сестра или еще кто-нибудь. Может быть, как раз-таки здесь и имеется такой сюжет, то, что мы должны были спасти сестру, которая как раз-таки была у соседа в заточении, а мы не знали, где она находится. Берем. О, посмотри-ка, что у нас там происходит. А сосед-то уже не пират. А что вы сделали с соседом-пиратом? Почему у него такой скин теперь опять? Стандартный. Его глючит. На самом деле он должен сейчас вернуться в пирата, еще проверим. Так, лето? Да, пират. На месте. И видишь, оказывается, за соседа управляет уже совершенно кто-то иной. Какая-то планетная фигня. Нифига себе, здесь даже магазин сюда добавили, представляешь? Магазин внутри игры. Хорошо, открываем ящик. А, ящик, который ничего не имеет, да? Подожди, давай еще раз посмотрим. Так, ну да, здесь сундук. А, вот, сундук с картой. И мы, в принципе, можем взять пистолетик. И все. Там вроде бы нам нужно будет чипцы вот эти, поэтому берем их с собой тоже. Все, все остальное нам, в принципе, не нужно. Девочка, спасайся. У нее, кстати, краб какой-то нарисован. Может быть, поэтому он ее похитил. Потому что у нее краб нарисован на футболке. Страшно. Где он? Ты что стреляешь-то? Непонятно, где соседу. Сейчас будет постоянно мне высвечиваться то, что у меня нет интернета, хотя у меня он есть. Нам нужно, ребят, с вами собирать капсулы. Эти капсулы нужны для того, чтобы мы с вами без проблем... О, вон капсула идет. Привет, капсула. Только что мне нужно? Где у меня предметы, которые я могу кинуть? У меня таких нету. Справедливо. Ну ладно, пойдемте обратно тогда. А зачем мне те предметы? Давайте коробки собирать, потому что коробки будут куда лучше. Ой, заморозили бедного. За что? За что? Меня сейчас поймает сосед, да? Да, еще и сосед поймал. Ты прикинь, одно за другим, прямо они скопировались. Я нашел первую капсулу. Нам нужно очень много капсул, давай проверим сколько. Здесь нужно максимальное количество капсул. Так, он меня опять поймал, потому что у меня управление лагало. Нам нужно 18 капсул, эти 18 капсул. О, я заморозил соседа. Это что? Это предмет? Да, я его могу взять. Коробку эту. Так, я просто думал, может быть, это коробка, которая открывается. Замораживайте меня, вот я. Представляете, вот он я. Оп, они его заморозили. То есть он меня поймал, и в момент, пока он меня поймал, мы можем его заморозить. Прикольно. И вот вопрос, после этой главы будет ли что-нибудь новое, и вообще есть ли какие-нибудь здесь элементы, которые мы с вами еще не встречали в предыдущих прохождениях. Потому что такое вполне возможно. Если мы с вами посмотрим на предыдущие уровни, то там уже появились какие-то новые секретные комнаты, которые раньше у нас отсутствовали. Прикольненько, прикольненько. Так, вентиляция. Мне кажется, вот эта вентиляция рано или поздно приведет к какой-нибудь другой комнате. Но пока что, видишь, доступа туда нет. Зачем мы взяли, если кто не в курсе, так, ключик? Ключик мы взяли для того, чтобы этот ключик, не ключик точнее, а этот. Смотри, у нас здесь вот такая веревка. Веревка, она держит вот эту вот капсулу. Чтобы капсулу эту получить, значит, знаешь, что сделаем с этим? Оп. Ага. Справедливо, не попали. И еще не взяли ничего. Да что у меня ничего не берется? Первый раз. Так, подожди, а у меня места, получается, нет. Да, у меня места нету. Мы должны постоянно... Да как попасть-то? Мы должны постоянно все это регулировать. Ну, что ты меня видишь? Зачем? Видит меня и радуется. Да как тебе попасть? Да прикинь, как тяжело. Вот бери пистолетку, пистолетом фигач. А не хочется тратить столько всего? Отлично. Ой, как замечательно я сделал, вы видели? Просто выкинул то, что мне было нужно больше всего на свете в этой жизни. Справедливо. А, пойдем резать. Где у меня эта штука? Оп. Она не режется. А она не режется, ты прикинь. Берет и не режется. А-а-а, ты что здесь делаешь? А вот здесь, кстати, режется. Как ни странно. Ах ты, засранец. Вот не отстанет же, не отстанет. И вот здесь тоже все режется. Надо здесь тоже отрезать. Опа.
Я вообще на самом деле первый раз вижу, чтобы сосед сюда пришел. Он обычно ходит там у себя на первом уровне, на первом этапе. Ну, вы видите. Не режется. Я же ничего не могу сделать. Ничего я могу сделать, если не режется. Отрезало, кстати. Отрезалось это в тот момент, когда уже это мне было, в принципе, и не нужно. Сосед, ты не умеешь прыгать сюда? Скажи правду. Да, он не умеет. Он не умеет, ха-ха. Топчется на месте. Хорошо, там, кстати, так и не отрезалась та штука. Это плохо. Это плохо, что не отрезалось. Ну бери же. Да кто меня заморозил? Я в воде же стою. Нельзя заморозить, когда я в воде стою. Вы еще с воду заморозите случайно. Не берется, прикинь. А не берется, потому что мы должны выключить воду. А чтобы выключить воду, там тоже много всего нужно сделать. И эта штука тоже мне не нравится. Ладно, оставим пока что у себя эту фигню. Здесь нужна лопата, да, я так понимаю, для того, чтобы эту штуку забрать. Короче, проблемы на проблеме. Ой-ой-ой. У меня пока что только две капсулы, и капсул нужно гораздо больше для того, чтобы пройти все это. И, разумеется, у нас есть пад специальный, какой-то телефон, или не знаю, или это планшет специальный, на котором все это написано, что же нам нужно будет. Так, меня стреляют, уворачиваемся, закидываем все, что у меня есть. 4 из 18, видишь уже. И в этот момент нажимается кнопка с тревогой, то есть сосед слышит то, что я принес какие-то предметы туда. И вот здесь, кстати, штука есть интересная такая. Капсулка. Мы должны что-то взять. Падай. Опа. И еще немножко вкусняшечек. О, куда-то пошел. А то, что я внизу, ему по барабану, да? Он даже не понимает, как сюда залезть, видимо. А что я здесь и пустая коробка, я не понял. Кто такое придумал? О! Я прям на него прыгнул! Воу! Я даже не заметил этого. Да я еще и заморожен! Заморозить соседа, меня-то зачем? Он вообще прикалывается. Посмотри, что происходит. О, все, ура! Его заморозили. Видишь, я попросил. Если бы не просил, не заморозили бы. А-а-а, попали! И он заморожен, и я заморожен. Кстати, я замораживаю где-то на 4 секунды, да, примерно. Он на 8. Его же ловушки работают против него. Так, ну у меня пока что две штуки. Давай эти две штуки сложим. Погнали! Смотри, там штука какая-то интересная новая. А может не новая? Вон что-то есть что-то. А это яблоки! Сюда яблоки положил. Ой-ой-ой, поймал. Забирай яблоки. И меня, и врага заморозили. Ну смотри, опять-таки. Я-то раньше разморожусь, правильно? Да? А-а-а! Я раньше заморозился, а потом заморозился опять. Отлично. Так что, ребят, давайте пока что на этом закончим. В любом случае, мы сейчас будем дальше продолжать. Нам нужно с вами полностью пройти эту миссию для того, чтобы узнать, есть ли какие-нибудь новые секреты. А с вами был Лекс. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забываем подписаться на ВКонтакте, ссылка в описании и в шапке канала. Это была игра Dark Riddle. Спасибо за просмотр. И всем добра.